Каролина, Кадина, Любера Прокофьева. Где вы родились? Я родилась в Испании, в Мадриде. Училась в пении в Нью-Йорке, в Милане. Работала певицей в опере. В 36-м году приняла советское гражданство. Во время войны переводила статьи с Софинформбюро, владею 6 языками. Знаете ли вы, за что вас арестовали? Нет, не знаю. Я жена великого советского композитора. Великий человек, у нас один! Следователь Зубов пинал меня, плевал на меня. 3 месяца мне не давали спать ни ночью, ни днем. Я почти дошла до психической болезни. 2 раза по 5 суток я сидела в карцере. Вернее, стояла, ноги мои отекли, как бревна. Из кабинетов Лефортовской тюрьмы доносились дикие крики. Мне страшно! Ничего, ты еще сильнее закричишь, когда получишь резиновой палкой по жопе. Меня постоянно угощали отборным матом. Но я не сдавалась. Я многое назло говорила. Я даже позволяла себе насмешки в адрес следователя. Я держалась мужественно. Вот сука. Никакого страха. Испанский характер. Мама! И я подписала все! Он решил остаться с ней. Это кто? Мой отец. Ты Мулеван? Нет, Матис. Матис? Поляк, что ли? Ничего, с ним тоже разберемся.